Это выставляется в интернет. Нет, нет. Я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Я хотел узнать по поводу крещения, которое, происходит по поводу полного крещения. Так. А в чем вопрос-то? Так вопрос только в том, что, нигде у нас здесь это никто не делает. Ну хорошо, я вам скину сейчас данное крещение, обязательно прочитайте. Это книга к истинному православию. Второе, к какому числу, что с собой взять. Все это бесплатно. Если вам надо молочные продукты, можете отдельно покупать. А остальное мы там находим. Картошка своя. Ну, у нас ниоткуда тоже помощи-то нету нынче. Раньше была, а сейчас уже все кончилось. Ну и приезжайте с кем. Мне ваша характеристика уже дана. Все положительное. Это не всегда так бывает. Вот. Да, просто остался уже, получается, как бы месяц, чуть больше. Да. И вот теперь занятия, все это, поближе к нашим занятиям. У Вячеслава, то Николай, скинь ему все, когда занятия, а то я тут задержусь сейчас. Когда, что не пропускайте, если можно. Где работаете-то? Я водителем работаю. Так а вас не повлияет на работу вам присутствие на... Так а вы можете дорогой слушать? Ну, дорогой нет, не получится. Ну, смотрите, это я к тому, что у нас много записей аудио, можете записать. Вот Златоуст, Жития святых. Я вам все скину это в сайте, на моем сайте. И тогда дорога едете, и вам не заснешь. И там вся литература, все есть. Я понял, я попробую. Ну, попробуйте, я... Нет, на меня... На работе... Ну, на меня отдельно можете звонок дать еще, звонок отдельно. Это мне как-то удобнее там будет. А я скину вам все ресурсы. И там написано сайт. В сайт зайдете, там все, фильмы, аудио, там чего только нету. Беседы, встречи. Огромные-огромные материалы. То есть по материалам трудно найти в интернете, чтобы больше было. У меня 3 канала только. На одном канале где-то 32 тысячи, наверное, роликов своих. Только на одном канале просмотр 90 миллионов. Так что тут у вас все будет на месте. Когда приехать, через Николаева узнавайте. Самый дешевый ищите где. Самый дешевый транспорт или что там. Ну вот так. А я вам сейчас скину. Еще только звонок и меня дайте, а то я сюда буду давать. И, может быть, мы тут помешаем кому-то. Хорошо. Так, у меня все материалы готовы. Я скину, когда можно приходить, в какое время, и остальное. Просим, конечно, молитву, потому что на следующей неделе, в понедельник, будем ремонтировать дом, в котором я сижу. Помните об этом. Мы уже с разных сторон к нему заходим. Оказался без фундамента. Я понял, он у вас стоит прямо на земле. Да, прямо на земле. Одна половина туда вода стекала и, сгнила. И теперь мы смотрим, стоит ли вообще ремонтировать. Только закрепить на том, что есть. Я на это больше согласен. Выпилить. Ну да, а вот я еще все спросить хотел. А полы у вас какие там? Тоже деревянные? Да? Дома? Там в деревне? Нет, вот где дом ремонтировать, нет, пол деревянный у вас. Пол деревянный. Деревянный пол. То есть, похоже, у вас и пол-то прямо на земле стоит, да? Ну, вот нормально все. Но она маленько как бы наклонена, но мне это не вредит. Это сзади видать. А тут если я... Ну, я понял, там делать ничего не сделаешь, там просто зафиксировать надо все как есть. Да, вот чтобы ниже не опускался. Ну, да, дальнейший уход этот исключительно. Да, мне говорят, если поднимать, значит, нужно сейчас все рамы вытаскивать, они двойные рамы везде, от них ничего не останется. Двери надо убрать, с вышки там убрать, у меня там корм для голубей и прочее. Это для меня невозможно. Да и куда я уберу, когда они все везде заняты? Ну да. Все. Если вопросов нет, я ухожу. На меня брякните только, чтобы я вам скикнул. Звонок отдельно на меня сделайте. Помоги, Николай. Да, я понял.
Давайте, отошел. Да, хорошо. Отошел. С Богом. Спаси Христос.